Мудрые и правдивые цитаты о предательстве от близких нам людей. На канале «Золотые слова». Предательство близких – это еще одно напоминание самому себе, что у тебя есть только ты. В этой жизни справедливости нет. Хочешь как лучше, помогаешь близким, а натыкаешься на предательство и недоверие. Очень сложно говорить «я люблю тебя» после множества предательств, оскорблений, лжи и нулевых реакций. Очень сложно говорить «верю» после того, как тебя бросали самые любимые и дорогие тебе люди, которые когда-то клялись, что никогда не оставят тебя. Будь готов к предательству любого из своих знакомых, но особенно жди предательства того, кому ты доверяешь больше всех. Обидеть и предать может кто угодно, но только от близких мы испытываем такую гнетущую и нестерпимую боль. Потому что никто, кроме когда-то самых родных и близких людей, не способен так глубоко вонзить нож в спину, именно своим знанием о нас самого сокровенного. Именно предательство близкого человека заставляет задуматься о тех, кто тебя окружает. Во всех людях заложено предательство. Один вопрос, когда оно проявится. Давать шансы человеку, который вас предал, это то же самое, что дать вторую пулю тому, кто первый раз в вас не попал. Раны предательства, нанесенные любимыми, не зашьет ни один человек и не залечит ни одно время. Ибо доверие, обесцененное однажды, уже никогда не будет таким наивным и чистым, какими были когда-то и мы. Как странно порой в нашей жизни бывает. Сперва тебя любят, потом проклинают. Сначала о верности клятву дают, потом бесконечно тебя предают. Если ты простишь человека, который сделал тебе больно, это будет твоим подарком ему. Если ты забудешь человека, который сделал тебе больно, это будет твоим подарком себе. Как бы ты ни хотел, но тебя обязательно в жизни кто-нибудь предаст. Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно. И это лучшее чувство в мире. Золотого человека легче продать. Я тебя не отдам никому, величайшая в мире ложь. Все в итоге придет к одному. И отдашь, и предашь, и уйдешь. Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. Не слушай тех, кто много обещают, они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды. И не ищи любви, где нет ответа, в любви есть двое, нет других сюжетов. Рядом должны быть только верные и преданные люди, а не люди, создающие иллюзию дружбы и хорошего отношения. Оскорбляет не предательство, а цена, за которую тебя продали. Чужие нас не предают, до нас им просто дела нет. Свои наотмашь больно бьют, все норовят столкнуть в кювет. Подставив ножку невзначай, с улыбкой руки потирая. В глазах ухмылка, получай, чтоб жизнь тебе не мнилась раем.
никогда не угадаешь, кто достоин доверия. Самые близкие порой предают, самые чужие неожиданно помогают. В народе говорят, любят тихо, громко только предают. Оказывается, предают тоже тихо, как крысы, а громко только душа кричит от боли. Каждый из нас предан кому-то или кем-то. Прощая человеку предательство, будь готов к тому, что он исполнит его на бис. Не жди предательства от всех, ведь многих ты не знаешь. Оно исходит лишь от тех, кому ты доверяешь. У мудреца спросили, если человек любит, он вернется. И мудрец ответил, если человек любит, он не уйдет. Никогда не прощайте измен. Любая измена – это сравнение, поиск лучшего, чем имеешь. Тот, кто ищет лучшее, никогда не будет ценить то, что имеет. Любовь – это выбор не лучшего, а своего. Человек, прощенный за предательство один раз, будет предавать себя всю жизнь. Чаще всего нас предают именно те люди, которым мы когда-то открыли свою душу и сердце. Если вас предал друг, расстаньтесь с ним или смиритесь с тем, что он предаст вас вновь. Люди не меняются. Никогда не предаст тот, кто знает, насколько это больно. Самый больной удар тот, которого ты не ожидал, от того, в ком был уверен. Когда тебя предает близкий человек, то кажется, что ты упал с 10-го этажа, но выжил. Чем ближе был человек, тем больнее его предательство. Если тебя продал друг, значит, ты чего-нибудь стоишь. Не доверяй людям полностью. Доверие открывает возможность для предательства. Рано или поздно все закончится. И то, что разрывало тебя на части, теперь будет вспоминаться лишь изредка. У лицемера три признака. Лжет, не исполняет обещанного, и когда ему вверяют что-то, предает. Неразумно страдать по тем, кто нас бросил или предал. Возможно, это самое меньшее зло, которое они нам успели причинить. Мужчина становится успешным благодаря любви любимой женщины. Женщина – благодаря предательству от любимого мужчины. С близкими людьми полезно держать дистанцию. Тогда не испытаешь ненужных разочарований, предательств и неблагодарности. Потрясающие чувства. Не чувствовать ничего, когда видишь человека, по которому было пролито столько слез. Боль от удара в спину не зависит от диаметра и глубины раны. Чаще она зависит от того, в чьей руке был нож. Только те люди, которые плывут с нами в одной лодке, могут толкнуть нас за борт. Вытирая об меня ноги, помните, земля круглая и когда-нибудь мы поменяемся местами. Благодарю за просмотр. Искренне верю и надеюсь,
что предательство в жизни от близких вам людей обойдет вас стороной. Успехов, счастья и терпения вам!